Да, меня зовут Кирилл, здесь в танцевальных кругах как Любой Купер. Вот. Да, являюсь организатором одним из этого фестиваля «Короля андеграунда» в который раз. Да, он проводится в 10-й раз с 2005 года. Проводится для всех желающих, кто любит брейки. Скажи, этих желающих становится больше сейчас? Сейчас такая ситуация в мире, да и в стране, что фестивалей очень много. Да, и очень большой разброс участников в города. Каждый выбирает свое. Да, кому-то нравится именно наш фестиваль, те и приезжают. Кто-то о нем слышал, какие-то отзывы, соответственно, тоже приезжают. Кто-то не смог добраться и приехать. Всем рады. Кого собирает он? Какая география фестиваля? У нас от Воркуты, Калининград, центр России, Калужская область, соответственно, Орел, Брянск. Скажи, а заниматься есть где ребятам? Вот здесь в Калуге у нас. В Калуге можно заниматься как во Дворце пионеров, так же в областном молодежном центре. Еще есть школа брейка в мастерской танца. А она вообще популярна сейчас? А то какие-то санкции, западные танцы, там это как, не очень влияет? Нет, это не очень влияет, потому что это танец, а танец он с душой, а душа открыта всем и вся. Все могут этим заняться, ничего тут плохого нету. Тем более, что в этот танец русские приносят свой дух, да, и уже их узнают на мировой сцене, как именно русский народ. Спасибо. Окей, у нас 15 певец, которые готовы показать себя. Бинго, Балфинч и так далее. Окей? Одно соло в кругу, как это было с топ-рогом. Не обязательно смотреть на судей. Вы танцуете в кругу, зрителей много. И судьи ничем не отличаются от этих зрителей. Они просто делают свою работу. Поэтому танцуйте, куда желаете. Хотите, танцуйте на судей. Хотите на любимого молодого человека. Хотите на диджея. Но вообще танцуйте в кругу. Ребята, вы готовы их поддерживать или нет? Колючий просит, чтобы мы сделали это в виде такого face-to-face батла, чтобы вы смотрели друг на друга. Но пусть так и будет. Guest to Sleep ходит уже 10-й раз. 10-й год подряд. Оставляйте положительные отзывы, рассказывайте друзьям. Это событие действительно достойное. Приезжайте сюда, здесь целый день можно танцевать. Всех люблю! Keep my hips, it's my turn, I'm losing. I'm about to thank you.